Два украинских вертолета уничтожены на площадке подскока в зоне СВО. Минобороны России показала видео эффективной операции. Сначала по вертолетам ударили кассетным боеприпасом, а затем двумя высокоточными ударами полностью их уничтожили. Полевую площадку подскока для дозаправки и перезарядки вооружения Ми-17В5 Украины обнаружила воздушная разведка вблизи границы ДНР, примерно в 50 километрах от линии фронта. По другим данным, у села Новопавловка в Днепропетровской области. После кассетного удара серьезные повреждения получили, очевидно, два вертолета из трех. Один сумел улететь. Оставшиеся были поражены высокоточным оружием. Также украинская 12-я бригада армейской авиации сообщала о том, что погибло двое ее пилотов. В сети распространяется видео из Новопавловки, куда противник пытался увести с атакованной площадки подскока неуправляемые авиаракеты. Грузовик заехал в ангар, после чего здание было уничтожено авиабомбой, оснащенной УМПК. Вертолеты российского производства предположительно попали на Украину через Афганистан. Это часть военной техники афганского правительства, которую ему удалось вывести из страны во время наступления талибов. Незадолго до СВО США одобрили передачу 5 афганских Ми-17 Украине, где они якобы находились на ремонте.